Всем привет, ребят! Вы на канале Полина Чим. Сегодня мы снова с Милешей. Иди сюда. Всем привет! Да, мы идем гулять. Спустя миллионы лет эта мадам оделась в нормальную одежду, потому что у нас на улице очень сильно жарко. А сейчас мы идем гулять. Но вы не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. И на ее канал тоже подписывайтесь. Милеша. Все. В общем, снимаем дальше. Короче, мы вышли. Такие вот красивые, модные. Сейчас ждем лифт. Ждем лифт. И пойдем гулять. Там какие-то голоса. Ну, знаете, не прошло и полгода. Мы наконец... на четвертый сейчас да. Мы сейчас, короче, пойдем на четвертый, потому что кто-то нажал на четвертый этаж, а нам нужно спуститься на первый. Вот. Ну вот, мы спустились на четвертый этаж. Ну, в общем, мы вышли наконец-таки. На улице очень хорошая погода. Мы идем. Да. Идем гулять. Я, правда, не знаю, куда. Но у меня есть вариант, знаешь, куда пойти? Да. В парке, где малиновый овраг, помнишь? Идем. Где мы с тобой масленицу хотели идем. Пойти. Тогда пошли туда. Идем. Ну да, нам в ту сторону идти. В общем, вот. Мы, короче, когда спустились на первый, ой, на четвертый этаж, сошли девочки какие-то. Ой. Они там впереди. Покажи, сколько у тебя лет осталось? У меня вот ну, так. Ну, у меня, то есть я даже не допила. Ну, да, а у нее? Ну да. Просто. Типа. Типа да. На жвачки выпали. Откуда? А, поняла. В общем, рассказываю, конечно, про спойлерю. Но ладно. Я хочу в свой телеграм-канал сделать небольшой опрос. Сделать мне видео такого формата, где я читаю страшные истории. Как тебе идея? Не знаю, 50-50. 50-50? Mm. В общем, видео когда выйдет, я думаю, все-таки в Телеграм я все выложу. Опрос. Типа да, нет. Вот. В общем, посмотрим. Люди ходят в шапках. Те самые мы. В общем, такие вот мы моднявые. Ходим, гуляем. Учит стих учить. А вот эта мадам учит стих, а она его не выучила. А? Прикинь, это мы. На мотике? Да. Ага. Вообще. Как же хорошо на улице. Да. Короче, и вот знаете, знаете, вот идем, снимаем такие на улице, и вот понимаете, все идут на нас, смотрят, доктор, все идут, смотрят, но нам как-то пофигу, надо с этим бороться, с социалку, все дела, но я не социалку, друг друга снимаем. Короче, мы идем в парк сейчас, и когда будем уже гулять в парке, все покажем вам. В общем, скоро придем в парк. Для вас это будет буквально секундочка, а для нас это еще идти и идти. Давайте. И, кстати, совсем забыла сказать, завтра у меня придет петличный микрофон, но я думаю, петличка, все знают, что это такое. Вот, поэтому вам будет все хорошо вообще слышно. Будет вам все хорошо слышно, мой голос, все дела. Так что... Сегодня пока так. Надеюсь, следующие видосы будут намного качественнее. Йоу! Ну а мы идем дальше. Идем дальше. В общем, мы идем, идем. Из горочки спускаемся. Блин, подожди, стой. Йоу! Куда ты бежала? Гонщик нелегальный. Короче, сейчас мы подходим. Да. Сейчас мы уже подходим. Идем мы, кстати, идем в парк. Один.
очень интересно. Ну, как просто там парк с качелями, со всей этой фигней. Вот, но нам же все равно сходить куда-то надо. Вот. Но я думаю, что мы не только туда пойдем, мне кажется, мы еще в какое-нибудь другое место сходим. Вот. Давайте без давайте. А как у нас мини-микрофон включается? Мы записали его за 500 рублей. Вот, что же дальше? Ближний микрофон, то есть, даже есть другие микрофоны, и то есть, есть разъемка, как у нас, как у нас, как будто на две части. Здесь вот такие дома, а вот здесь просто вот такие дома. То есть как бы, да? Красиво, да. Не знаю. А мы уже, кстати, скоро подходим. Уже подходим, да. К этому парку. Вот, смотрите, просто вот такой. Это было в Сочи, это. У нас такие же балконы, короче, были. Не знаешь, типа, вот разъем большой, прям вот этих штук. Я чуть не видела отсюда. Капец. Просто стояла. Там просто стояла. Влоги снимают, крашится. Мейкап. Мейкап. В общем, сейчас уже дойдем. Да. В общем, мы пришли до парка, но тут вообще столько народу, и здесь все занято, и все качели, и тому подобное. Вот, и мы не знаем, куда вообще нам пойти. Может, пойдем спустимся в овраг? Ну, блин. Спустимся туда. Пойдем. Что, здесь? Да что это такое? Мышка парк? Здесь совершенно обычный, ну, типа так. Тут гирляндочки. Зимой здесь, кстати, было очень красиво. Здесь включали гирлянды вечером. Вот. Как-то вот так. Тут игрушки, по-моему, всякие вязаные, типа. Там вот. Ура! Что, все нормально? Короче, ребята, мы пришли в парк, сейчас будем все снимать. Сейчас спускаемся. Ты куда идешь? Мы спускаемся. Здесь я все занято, здесь вообще не вообще никаких город. Просто все занято. Ну, зато пахнет жрачкой. Да. Ура, мы наконец-таки спустились. Аллилуйя. Здесь вот просто птички поют. Вообще, такая красота. Смотрите. Да, мы наконец-таки спустились. Все. Теперь идем, гуляем. Конечно, сейчас тут еще чуть-чуть лежит снег. Но знаете, летом здесь очень красиво. Здесь вот внизу, вот этот пол, здесь включают подсветку вечером. Вот, я думаю, удлиню вот так вот вас, чтобы было намного удобнее вот так идти и снимать. Да. Вот, короче, вон там вот это все. Здесь говном пахнет. Реально, ребят, здесь пахнет говном. Я могу смотреть, как говно разговариваю. Ужас. Блогеры называются. Блогеры называются. Снимаешь. Санечка, снимаешь? Вот. Так вот. Блогерим. Блогерим. Ходим. Ну реально, вот здесь еще везде снег лежит. Вот, не... вот, вот тут вообще просто везде. А здесь с этой стороны уже не так много. Потому что сюда. Как это малиновый овраг называется? Да. Малиновый овраг. Да. В общем, гуляем, гуляем. Гуляем. Ой, вот светит. Ой-ой-ой. В общем, да. Короче, мы сели на лавочку, сидим, пердим. Еще сейчас посидим и пойдем куда-нибудь. Куда, я не знаю. Сидим. Мотоциклист. Рэпчик. Птички рэпчик написан. Уважаем друг друга, страшно. А что ты думаешь, будет вечером?
В общем, ладно, мы пошли дальше гулять. В общем, мы решили сделать трендовую, короче. Стой, ты так и до сих пор не подписался на мой канал? А ну-ка давай-ка вниз спускайся и подписывайся. Штучку. 10 секунд, да? Давай. Короче, ты сюда, когда мы делаем очередь. Давай. Все. В общем, все. Мы сделали фото. Мне кажется, какой. Ну почему вообще классно? Извините. Не знаю, видно. Не, вам не видно. А, не, видно, вот. Еще такая фотка. Давай еще раз. Давай. Ну ты знаешь, что, что вот это вот будет? Типа вот так вот. Давай чуть подальше отойдем. Вот сюда, пока никто не видит. Хотя. Давай, 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 давай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вот. Мутно. В общем, ладно, пошли. Давайте. Да, да. Ну, это реально говно воняет везде. Везде реально говно воняет. Не, ну здесь не воняет. Ну вот видите, какие тут еще дома есть? Гор? Да. Куда? Сюда. Ага. Ой, так, что там будет? Конечно. Ужасно. Выдох. Это база. Что? Ты монтировать будешь, посмотришь. Ладно, хорошо. 22 минуты. 22 минуты снимаем, ребят. Такой вот какой-то непонятный влог. Ла-ла-ла. Алина, у нас это проблема. Такая. Понятно. А мы идем дальше. Давай вот так. Ветер тоже. Ветер. Дай мне руку. Подожди, а куда я? Давай. Давай. О, мы, кстати, с тобой в одну ногу. Блин, ребят, это надо было снять. Эта дурочка такая, мы идем, но впереди нас идет, парень и девушка, короче. А она с ним здоровается. И с нами поздоровались. Если бы... Зато все будут знать. Да, какие мы добрые. Нет, зато все будут знать, потому что заранее, то что... Типа, мы существуем здесь. Ну, мы существуем, да? Мы существуем, мы никак... Ого, типа, говорит, то, что, типа, можете на нас подписаться на YouTube? Можете на нас подписаться, пожалуйста? Мы популярные. Не, ну а чё? Хайпанём немножечко. Ребята, подписывайтесь на наш канал. Продолжаем хайпить. Продолжаем хайпить.
еще, пожалуй. Ага, и стекло. Ну, мы знаем. Да? Да. Кайф. Ну, посмотри, я видела. Да, я видела. В общем, это блогеры. 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 Хайпанем немножечко. Продолжаем хайпить. Что? У нас там какой-то чел посмотрел, прям взрослый 40-летний, мне кажется. Я ему помахала. Прикинь, чел с Димой, с Полиной такие сфоткаются, а потом скинет. Здесь мы просто наблюдаем за людьми, которые наблюдают за нами. Ну а теперь хайпанем немножечко. Продолжаем хайпить. А мы абьюзерши какие-то, знаете? Боже, смотри, я ушла! Он прям высунул голову вот так. Смотри. Ну нас, знаешь, там просто за версту слышно, как мы ржем с тобой. Амарок стар поп стар. Литвин топ. Гагаринский дом 3. Нас позвали на ран из-за лайков репоста. Музыкальная пауза. Ну это база, блин, это база. Это база. Это вот база. Это просто база. Те самые бабушки просто сидят на остановке и глазеют на нас. В общем, идем. А где? Пришли. А где туалет? Сейчас мы тут прям зайдем и сразу направо и туалет. В общем, мы присели на лавочку, сидим. А сейчас, не знаю, что куда пойдем. Валя, пойдем сразу. Ты что дома делаешь? Давай тогда его сходить уже. В общем, ребят, у меня садится телефон. Я думаю, в принципе, на этом влог мы закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, всем пока-пока.